Здравствуйте, дорогие друзья и наши гости! Вы на канале Эллам Ландон и с вами Лидия. Если вам интересна жизнь в Великобритании, подписывайтесь на наш канал. Сегодня я расскажу вам о жизни в Лондоне. На Кэрри Саймонс сейчас смотрит вся Великобритания. Ее нынешняя позиция уникальна, говорит Уотсон. Слишком уже много беспрецедентного происходит. Сначала Брексит, теперь неженатая пара на Даунинг-стрит 10. Впервые со дня открытия этой резиденции в 18 веке. И вот недавно в Лондоне состоялась тайная свадьба. Британский премьер Борис Джонсон тайно женился на своей подруге Кэрри Саймонс. С таким утверждением выступила газета «The Sun». По данным британского издания, свадебная церемония прошла в условиях строжайшей секретности и стала сюрпризом даже для сотрудников Даунинг-стрит и коллег Джонсона по партии. Я был немного удивлен, когда на днях он пришел на встречу с парадной прической. Он не был таким неопрятным, как обычно. И первое, что пришло мне в голову, это что он, возможно, будет присутствовать на каком-то особом мероприятии. Я думал, что это может быть VIP-саммит. Но не подозревал, что это может быть внезапная свадьба, цитирует издание представителя консервативной партии. Сообщается, что молодожены готовились к свадьбе 6 месяцев. Всего на церемонию в Уэстминстерский собор пришли менее 30 гостей, причем все они получили свои приглашения в последнюю минуту. Также на мероприятии присутствовал и годовалый сын новобрачных Уилфред. Для проведения бракосочетания собор на некоторое время закрыли для туристов. Безопасность церемонии обеспечила полиция. По данным The Sun, на месте даже находились несколько машин с вооруженными правоохранителями. Борис Джонсон стал первым за последние 199 лет британским премьером, который женился в течение срока своих полномочий. До него это сделал Роберт Ливерпул в 1822 году. В Твиттере молодоженов поздравили министр труда и пенсии Тереза Кофи и первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер. Напоследок, по традиции, анекдот. Софочка, и что показало УЗИ? Оно показало, что таки будет свадьба. Всем хорошего настроения, здоровья и всего доброго. Увидимся в следующем видео. Бай!